Теперь пробуем опустить голову. Дотягиваемся лучше. Еще можем попробовать тест, если есть болезненность в шейной области, на декомпрессию. Это берем ручки и все ткани просто сжимаем. И пробуем отпустить голову. Лучше? Да. Еще лучше нам стало. Поэтому мы можем дополнить данную аппликацию, аппликации на декомпрессию. Для этого мы отмерим вот у нас край трапеции, от одного до второго края трапеции. И клеим, не заходя и не выходя на эти края. Можно клеить выше, в зависимости от того, докуда идет рост волос. Также мы можем убрать триммером, если это, например, мужчина, убрать волосы триммером, и тогда наклеить повыше. Но ни в коем случае не бритвой, будет повреждение кожных покровов. И сделали такой отрезок, 2,5 сантиметра, который мы будем клеить от середины. На декомпрессии хороший дала результат. Поэтому мы голову попросим наклонить, волосы придержать. Придержочку волос. Угу. Таким вот образом. И теперь, растянув с середины где-то, вот у нас опять 0, 100 до 50%, половину. И накладываем. Аккуратно, чтобы у нас концы тейпа не заходили за края трапеции. Здесь чуть больше подрежем. Угу. Таким вот образом края без натяжения. И у нас тейп будет тянуть и отодвигать ткани. Ну и попробуем наклониться еще раз. Угу. Хорошо? Все, носим такую аппликацию не более суток. И после опять делаем тестирование. Уже по ГГС опять воздействуем на передние, на сгибатели и на разгибатели. И смотрим, может быть, в следующий раз другие тесты дадут хороший результат. И по результатам тестов также заклеиваем проекцию данных мышц. أكثر من 98 مليون مشاهدة عن واحدة تحولت من 50 سنة ل 20 سنة باستخدام شوية لزق على وشها. خلينا نشوف سوا ازاي. Here's what happens when I face my tapes. I put it on right here below my cheekbones and then I pull it back. Oh my god. طبعا واو. اللي هي بتستعمله دوت اسمه فيس تيبنج. للأسف في مصر مش موجود عندنا، ولو انه تكنيك مهم جدا لشد الوجه والخطوط التعبيرية وبينشط كمان الدورة الدموية في وشنا وكمان بيشد العضلات. هقول لكم على البديل بتاعه اللي نقدر نعمله. حاجة اسمها كينسيولوجي تيب، ده موجود في مصر باسم لزق الرياضيين. لزق الرياضيين دوت بنقطع منه على قد عقلة الصباع بالظبط، وبعدين بنبدأ نلزقها على الأماكن اللي فيها تجاعيد. يعني لو عندك خطوط تعبيرية مثلا في قورتك بتشدي القورة وبعدين بتلزقي بالطول، لو عندك بالعرض بتلزقي بالعرض. هحط لكم دلوقتي أشكال اللزق اللي احنا ممكن نعمله على وشنا باستخدام الكونسيولوجي تيب، وجربوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم. ما تنسوش تعملوا لي فولو على اليوتيوب والتيك توك والانستجرام، لأني بنزل عليها حاجات مختلفة تقريبا كل يوم. You will never need another lover. Woo! 'Cause you a MILF and I'm a motherfucker.